Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Значит, будем сегодня с вами обозревать игрушку. Как-то она хоррор, что-то там, как-то так называется. Хорошо, она вся на русском. Справка об игре. Цель игры. Игра проходит 4 режима, 4 игрока, выживших против одного маньяка. Цель выживших — убежать из локации, помочь убежать товарищам. Цель маньяка — схватить и принести в жертву всех, кто угодил его логово. Подсказки для выживших. Выход из локации находится за запертыми воротами. На каждой локации несколько запертых ворот. Чтобы открыть ворота, нужно подать на них электричество. Для включения электричества нужно починить сломанные генераторы, находящиеся в случайных местах карты. На карте всегда 7 генераторов, из которых достаточно починить только 5. Если выживший ранен, то его могут вылечить только другие игроки или аптечка, медицинский набор. Самостоятельно вылечиться невозможно. Необходимо открывать и улучшать навыки выживших, чтобы повысить шансы на спасение. У всех выживших свои уникальные навыки и своя специализация в игре. Дополнительно каждый выживший может таскать с собой до 3 предметов. Предметы, навыки, командная игра — главный ключ к выживанию. Чтобы воспользоваться предметами или навыками, их необходимо добавить в слот персонажа перед матчем. На карте есть двери, которые выживший умеет открывать, а маньяк не умеет, но может сломать. Чем ближе маньяк, тем сильнее стучит сердце у выживших. В локации в случайных местах разбросаны сундуки, в которых можно найти монеты и ценные предметы. После первого удара маньяка выживший становится раненым и получает временный выброс адреналина, плюс 50% скорости. При ударе маньяка по раненому выживший, тот падает на землю и на время оглушается. Если оглушен выживший не был отправлен маньяком в клетку, то он со временем приходит в себя. При оглушении или смерти выживший теряет все предметы, которые у него с собой. Спастись из клетки самостоятельно можно только имея ключ или некоторые специальные навыки, но вас могут освободить другие выжившие. Фига себе, сколько тут читать. Так, тут еще и маньяком можно играть. Прикольно. Тут, короче, выживший маньяком. Ладно, давайте начнем. Так, играть маньяком, играть выжившим. У нас 1000 этих есть, давайте играть выжившим сначала. Джек, уровень 1. Так, ух ты, смотрите, там есть еще Мэри. Прикольно, такая прям азиаточка. Потом персонаж пока недоступен, пока недоступен. Давайте, у них не отличается ничего, да? Ой, господи, ой, извините, пожалуйста. Так, параметры. Скорость 50, ловкость 55, а тут 60, 25. Инженерия, медицина 65. Живучесть 10, тут 30, мораль 50, здесь 5. Не, давайте это лучше. Так, умение. Требуется 3 уровень. Так, ну все, давайте начнем. Посмотрим, что за игра. О, все первого уровня. О, тёлка, 3 уровня. Так, выжившим необходимо играть с командой, чтобы спастись. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что это такое вообще. По отзывам я почитал, вроде многим нравится, поэтому... Сейчас увидим, что это такое. Так, до старта. Так, это я, да, типа? Да, строится он не быстро. Давайте чуть-чуть погромче сделаем. А, вон маньяк. Карту нельзя, да, ковырять никак? То есть... Так, ну все, генератор починен. Что это такое? Не нажимается. Так, ладно. Как тут дальше? А, вот так он ходит, да? Понятно. Это что такое? Это, ой, можно выйти, да? Тут ничего взять нельзя. Ты что, написать? А, понятно. Понятно. А это что такое? А, то есть это сверху это показывает то, что 2. Так, ладно. Так как так таковой карты нету. То есть надо бегать, просто ходить. Вот так домик, да? Ой, блин, что-то такое. Куда идти-то, я не пойму. Так, закрыто. Ой. О, открыто. Тёлка. Что, куда надо идти-то? Тут что? Да, тормозит маленько. Электричество включено, и что, куда нам бежать-то? Ну, кислота, давай, показывай, у тебя же 3 уровень. А, вот куда. Понятно. Что помочь-то тебе? А, так надо нажимать, оказывается. Ну, первая карта оказалась такая, что трудная. Значит, надо чинить и искать генераторы. Я даже маньяка-то не увидел. Так, что мы что-то получили? Ничего не получили. Повысить. Недостаточно опыта, умения. Требуется 15 уровень. Понятно, ничего не получил. Даже за генератор. Так, значит, первый мясник. Эх, не успел прочитать, кто там, чего. Появляешься, получается, в одной комнате один. С генератором рядом чинишь его, и потом идешь дальше на поиски других генераторов, и потом открываешь дверь и убегаешь. Так, сейчас посмотрим, что у нас дальше будет тут. Возможность третьего маньяка. Так, прячься, найди выход. Так, ну тут нет генератора. Опять кислота тут бегает с нами. Вот, генератор есть, отлично.
Давайте начнем чинить его. Ну, чинится, конечно, это долго, очень долго. А если нажимать на него, быстрее будет? Не пойму, быстрее, нет? А, вот да. Да, вроде если нажимать, то он быстрее чинит его. Так, все, починили. Так, дальше пойдемте. Плохо то, что карты нету. Ну хотя бы понимать. Сердце стучит. Так, это дверь, понятно. Ее надо открыть, да? О, там кто-то. Не пойму, кто-то маньяк. А, нет, кислота. Эй. Ну, отлично. Такая девочка прикольная. Так, ладно, нам 3 осталось еще. Ой, маньяк, маньяк! Маньяк! Зараза! Вот он. Прикольно выглядит маньяк. Блин, он меня догонит сейчас. Фига себе. Он тут некуда убегает. Ну чё он так бегает медленно? Зависает как будто бы. Вы вышли? Что значит вы вышли? Вышли из карты, что ли? Не пойму. Пока не понимаю немного, как бы, как тут вообще, почему он зависает. Вот это пока не понимается у меня. Плюс, блин, так, вот, новая карта, старый храм. Хорошо. Суть понятна, чинить, короче, генераторы, потом просто двери открывать и убегать. Но пока вот этой вот темы в плане того, что... жалко, что карты нету, непонятно. Вот здесь я сейчас поймаю, а что делать-то? Так, прячься, найди выход. Так, давайте генератор сначала починим. Появляешься в основном около генератора. Не понимаю, то, что я нажимаю пальцем на генератор, становится он быстрее чинит или нет. Вроде как я понял, нет. Так, сердце у нас стучит. Короче, чем ближе этот как маньяк, тем сердце становится... Ну, чинится... Ой, блин, чинится. Стучит сильнее. Быстрее. Ну что такое? Че он, генератор совсем завис? Видите, он даже не это, не делается ничего. Почему? Так, ладно. Ну вот что такое? Почему он начинает? Вот этот, что он тормозит, я не понял. Понятно. Это зависит. Вы вышли? Куда вышел? Вообще не понимаю, почему вышел-то? Я вообще никуда не выходил. Тут генератор чинил. Либо это глифы какие-то, не пойму. Так, ладно, все первый уровень, типа, да, были? Так, все, сейчас еще раз один раз попробуем, и хорош. Потом буду разбираться с ней, и следующий ролик выложу. Это типа обзор. Так. Где-то тут генератор должен быть. Вот генератор, но здесь починит. А, нет ли? Да, сейчас починится. Я не знаю, чинится ли он так быстрее или нет, но мне просто приносит само оно, как бы, в плане того, что удовлетворение то, что он чинится. Ужас какой, что ж так долго-то? Опять зависит. Что такое, я не понимаю, почему? Вы видите это? Вот что такое, почему он тормозит вот так вот, я не пойму. Чё, как, что это такое? Это глюки какие-то или что это? Блин, ну что такое, вот и чё он стоит на одном месте, блин? Писец. Не, ну так играть невозможно. Интернет у меня сейчас максимально стоит. Ну блин, и чё, вот, чё делать-то? Крутиться, как дурачок? Мы крутимся, крутимся, кружимся, кружимся. Ну ладно, он не может ни пойти никуда у меня. Вообще ничего не может сделать. Чё за фигня? Он и говорить не может. То есть, короче... Полная жопа. Да, супер игра, супер игра! Так, уровень опыта пацана. У меня 937 из 500, у меня он почему-то не улучшается. Почему? А, вот повысить 100, да? У меня новый уровень. Достаточно опыта. А, надо 1000, да? Менее. А это с третьего уровня. Ладно, все, последний раз играем. Если опять зависнет так, то тогда... Ой, второй уровень, смотрите-ка. Ух ты, пятый.
третий. Седьмой, нифига себе, вот это круто. Старый храм. Если бы не лаги вот эти непонятные, вот эти, вышел, куда вышел, я вообще только зашел в нее. Генератор не чинится, что за фигня. Соединение с интернетом у меня сейчас стоит стабильное, хорошее. Но при этом... Так, ладно, начнем. Так, чиним. Опять он не чинится, как обычно. Если у вас тоже такая проблема, напишите, пожалуйста, в комментариях, что нужно делать, чтобы он чинил его. И почему он вот так вот все время зависает, непонятно. Для чего это зависит? Чинить его. Опять вы вышли. Что такое? Почему вышли? Короче говоря, все. Пока обзор перестает. Пока это как заканчиваем обзор этой игры. Кто играет в эту игру, тоже напишите тогда в эти как вам. В комментариях, что я делаю неправильно, почему он начинает чинить, потом зависает вообще. Это что, это лаги или это как-то, не понимаю. Или может, не надо их чинить. Хотя по игре написано надо. Ой, давайте сейчас играем маяком один раз. Так. Сила, скорость. Так, один раз маяком сыграем. Как долго все, блин. Игра вышла недавно, то есть уже какое-то время прошло. Месяц точно, два, может быть. Почему так все долго? Блин, обалдеть, через 15 часов сезон заканчивается. В клешке. Все, надо будет слезать с этой лиги, хотя бы до второго титана. И начинать проходить события все. Столько всяких плюшек дают, а пройти невозможно. Так, ну, что мы тут, все, короче? Короче, понятно, ладно, не будем. Ну, вообще завис. Так, все, тогда давайте пока на этом закончим. И потом уже, когда хотя бы до пятого там, когда разберусь больше, сделаю еще один более обширный обзор. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.